pai e mãe que eu queria ter. Tipo. Шахта 55 метров, частично затоплена водой. Давай, а что, спуститься еще можно? Подняться. Вот здесь вот, на вот этом, типа на пианино. Классно, на лошадке едешь. Не хочу, не хочу.
хочешь, он пойдет вперед, Федя, он пойдет. Я не вперед, сядешь. Все видать. Пап, иди туда, сядь. Снимай, что хочешь. Thank you.
холодно. Коровашка. Да.
иди давай. Нет, смотрите. Нельзя одному ходить. Итак, наш теплоход развернулся у Большого Самсоневского моста, и буквально через пару минут мы с вами вернемся в Большую Неву. Мы с вами находимся в дельте Невы. Дельта Нева – это 44 острова. Справа от нас Петроградский остров, один из крупнейших островов Невской дельты. На этом острове появились первые жилые дома на месте будущей столицы Российской империи. Название остров несколько раз менял. Сначала его называли Березовым островом, потом Городовым, Петербургским, и с 1914 года он называется Петроградским островом. Вдоль южного берега Петроградского острова протянулась Петровская набережная. А мы с вами сейчас пройдем совсем рядом с крейсером, вы сможете его рассмотреть. И сейчас на борту крейсера открыта новая экспозиция. Экспозиция очень интересная. Она отличается от той, что было раньше. Так что если кто-то из вас даже был несколько лет назад на крейсере, я советую вам посетить его еще раз. Мы уже здесь восстановили некоторые помещения и восстановили часть кубрика. Можно представить, как жили матросы на крейсере. Ну и, конечно, восстановили облицовку памяти.
лиственницей облицовку палубы. Крейсер «Аврора» входит в Международную ассоциацию исторических кораблей. Таких кораблей немного осталось в мире, но наш корабль, наш крейсер единственный, который на плаву. Остальные, как правило, находятся уже на суше, в доках. Итак, мы с вами выходим в Большую Неву, и вот здесь, на углу, на повороте Петровской набережной, вы видите среди деревьев памятник. Он посвящен 300-летию российского военно-морского. Крейсер получил множество пробоин, но ему удалось вырваться из окружения. Крейсер ушел на Филиппины, там его отремонтировали, и в 1906 году он вернулся в Петербург. Он принимал участие в 4 войнах. Русско-японской, Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной войне. Слева от него отделяется один из рукавов, Большая Невка. У левого берега Большой Невки стоянка крейсера «Аврора». Сейчас наш теплоход будет разворачиваться, и мы подойдем очень близко к крейсеру. Крейсер «Аврора» построен в Петербурге на Новой Адмиралтейской верфи, спущен на воду в мае 1900 года. Броненосный крейсер первого ранга, имел внушительные ходовые и боевые характеристики. Длина крейсера почти 124 метра, ширина около 17, осадка 6,5. Развивала скорость 20 узлов в час, это довольно большая скорость для того. Спинка крейсера в вертикальном положении, стали кукла. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our craft is ready for landing. Please ensure that all electronic devices and autopilot motor switch on. Yes, it was fastened, yes, it and operate position and use renewable stall. Thank you.
самолет совершил посадку в городе Трудовой Доблести, Новосибирск, аэропорт Толмачёва имени выдающегося военно-начальника Александра Ивановича Покрышкина. Местное время 5 часов 37 минут. Разница во времени между Санкт-Петербургом и Новосибирском плюс 4 часа, температура плюс 2 градуса по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями для отключения табло, застегнуть ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы в спинках впереди стоящих кресел и багажные полки. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнеса. Уважаемые гости, нам было очень приятно принимать вас сегодня на борту нашего самолета. Наш экипаж от всей души благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Будем рады новой встрече с вами. Всего 3200. 3 километра? 3 километра 200 метров.